Добрый день. Садитесь. Как я и обещал, мы с вами сегодня поговорим об исключении из правила. Великая Монгольская империя. Ну, казалось бы, тема, которая стоит вне истории России. Но я думаю, что это не совсем так. По нескольким причинам. Во-первых, создатель этой империи родился на территории России. В 8 километрах южнее современной российско-монгольской границы. Во-вторых, то государство, которое он создает, включило в себя значительную часть русских земель, и эти русские земли просуществовали в рамках этого государства и его наследников на протяжении практически четвертой части тысячелетия. Согласитесь, что это большой промежуток времени. Итак, речь у нас сегодня пойдет о Чингисхане и его наследниках. Сам Чингис был родом из племени Борджигин. Буквально это значит «голубоглазые». Его отец Юсугей Баатур был одним из самых выдающихся предводителей этого племени. Надо сказать, что вообще к северу от Великой Китайской стены кочевало огромное количество народов, которых китайцы называли одним словом. Это бывает очень часто. Практически все цивилизованные народы, они трепетно относятся к себе, а соседи характеризуют очень просто. Эти соседи, во-первых, некультурные, они грязные, и вообще они варвары. Они говорят на непонятном языке. Вот само слово «варвар», да, те, кто барбарят, они говорят, очень показательное. Китайцы называли по имени самого влиятельного племени, которое кочевало на север от Великой Китайской стены, все народы татарами. Татары – это действительно было очень сильное племя, которое в значительной степени доминировало на огромных пространствах внутренней Монголии. Хотя сами татары были тюркоязычными народами, в отличие от монголоязычных народов. Борджигин – это монголы, татары – это тюрки. Это уже две разные языковые семьи. Китайцы считали, что все народы, которые населяют территории на севере, это, во-первых, белые татары, во-вторых, черные татары и, в-третьих, дикие татары. Белые татары вели полуоседлый образ жизни, черные татары занимались кочевым отгонным скотоводством, а дикие татары – это были собиратели, охотники и рыболовы. Это народы Сибири. Вот, собственно говоря, постоянные столкновения, которые происходили между различными группами кочевников, они и стали основой тех процессов, которые получили продолжение во второй половине XII века. В то время, когда Андрей Боголюбский создает свою систему государственности, далеко на востоке, во внутренней Монголии, рождается человек, которому суждено было изменить весь мир. Мальчика Юсугей Баатур назвал, это был его первенец, он назвал своего сына Тимучин по имени татарского богатыря, которого Юсугей Баатур взял в плен. Он передавал вместе с этим именем своему сыну славу, силу, удаль, благородство своего противника. Это замечательная совершенно традиция, которая действовала потом очень долго. Надо сказать, что вскоре после того, как Тимучин родился, Юсугей заключил договор с племенем Борте о том, что предводитель этого племени выдаст свою дочь за Тимучина. Договор был заключен. Когда Юсугей возвращался домой, его встретил отряд татар, с которыми он воевал до этого. Татары пригласили его на обед. От таких приглашений отказаться было нельзя. Юсугей поехал на обед, там он был отравлен. И после этого семейство Юсугея пришло в совершенно плачевное состояние, если бы не мужество его супруги, Ойлун Эке, которая содержала эту семью. Семья нищенствовала. Сам Тимучин, он был и в рабстве несколько лет. Он со своим братом вынужден был опуститься до такой степени, что они ловили рыбу и ели ее. Для монголов это приблизительно то же самое, если переводить на наш культурный язык, да? Это приблизительно то же самое, что есть кошек и крыс. Ну, отвратительная пища, воняет,
готовить невозможно, смрад стоит, как едят европейцы, понять невозможно. Там есть своя логика. Понимаете, у каждого народа есть свои ограничения, потому что можно есть, чего нельзя есть, независимо от того, съедобное это или несъедобное. Надо сказать, что действительно положение было чрезвычайно сложное, и Темучин прожил очень непростое детство и очень непростую юность. Впоследствии его спасло в значительной степени то, что вот тот договор, который когда-то заключил его отец с соседним племенем, он получил свое продолжение, и действительно за него выдали вот ту самую девочку, за которую он был просватан отцом. Мало того, ему дали в качестве приданного 40 соболих шкурок. Из этих 40 соболих шкурок и началась история того человека, который получит имя, титул Чингисхан. Темучин был чрезвычайно сильным человеком, не только физически, но и по духу. Во-первых, это человек, который всегда поражает тем, как он умел обращать своих врагов в друзей, как он умел разбираться в людях, насколько он был обучаемым человеком, насколько он был прекрасным организатором. Он вступает, в общем-то, на путь такой серьезной борьбы, прежде всего со своими главными противниками, татарами. Как он этого достигает? Очень просто. Он начинает заключать договоры с соседними племенами. Он заключает договор с племенем слабым для того, чтобы противостоять племени более сильному. Он заключает договор с кивитами для того, чтобы сражаться с меркитами. Причем в качестве залога в этот договор он вносит те самые 40 соболих шкурок. Они побеждают меркитов, после этого он заключает договор со следующим племенем для того, чтобы разбить своих бывших союзников. И так целая цепочка договоров, когда он своих союзников потом потихонечку сводит на нет. Он побеждает всех и подчиняет всех своей власти. В конце концов он сражается с татарами и побеждает татар, создав колоссальное совершенно объединение вот этих самых кочевых народов. Он не просто побеждает татар, он отомстил им за смерть отца. Он приказал вырезать племя татар, всех, вплоть до детей, которые были не выше чеки арбы, то есть до середины колеса арбы. Вот мальчиков и девочек он оставил и воспитывал уже их как своих воинов. Он принимает на себя имя татар, и с этого времени появляется вот это объединение, которое называют у нас в древнерусских источниках татарами. Хотя на самом деле это такой конгломерат племен, основу которого составляют монголы, но там есть и тюркоязычные племена, самые разные. В начале 13 века Темучин, которому тогда уже за 50, надо сказать, что по поводу возраста Темучина есть определенные споры, потому что есть источники, которые рассказывают раннюю историю Темучина, это источники, которые созданы самими монголами, это прежде всего сокровенное сказание монголов. Сокровенное сказание – это устный источник, который был записан по-монгольски, но китайскими иероглифами. Он переведен много раз на многие языки народов России, на русский язык он переведен. Невероятно интересный. Там есть ошибки в хронологии, там есть совершенно мифические какие-то данные, но самое главное, как говорят специалисты, он передает дух эпохи. Вот если вы хотите почувствовать, что это такое, почитайте сокровенное сказание. Есть источники письменные, которые создавались позже. Скажем, есть такой источник, как Джами ат-Таварих, книга летописи, которую написал Рашид ад-Дин Фазлаллах ибн Абу аль-Хайр Хамадани. Такое длинное имя. Да? Но его называют чаще всего Рашид ад-Дином. Книга летописи Рашид ад-Дина, она дважды издавалась на русском языке. Рашид ад-Дин был чрезвычайно талантливым человеком, он был визирем у тевриских ильханов, он провел прекрасную финансовую реформу, он сам был врачом по специальности, но это его изгубило. Его обвинили в том, что он отравил своего господина, за это он был казнен, имущество было конфисковано, потом посмертно он был реабилитирован, а имущество вернули детям. Традиции сохраняются. Но по ходу дела он написал вот эту замечательную книгу летописи, опираясь на огромное количество документов, которые сохранились у теврийских ильханов. И благодаря этому мы знаем очень подробную историю формирования вот этого огромного
объединение, которое называется Великая Монгольская империя. В начале 13 века проходит всемонгольский Курултай, на котором племена избирают своим ханом ханов или великим кааном Тимучина. И Тимучин тогда и получает имя, титул Чингисхан. Точного перевода мне найти не удалось. Есть разные варианты толкования этого имени, но это что-то вроде повелителя вселенной. На этом сходятся практически все. И с этого времени начинается новая история нового государственного образования. Первый удар, который наносит Чингис со своими колоссальными вооруженными силами, это был удар по Северному Китаю. Надо сказать, что Чингис смог сделать потрясающую вещь. Это блестящая организация войска. Войско создается, во-первых, по родственному признаку, делится на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч тьмы. Круговая порука, каждый отвечает за своих родственников. Если один бежит с поля боя, вырезают десяток, если десяток бежит с поля боя, вырезают сотню. Блестяще организованная разведка. Причем разведка, которая была отработана до тонкости, шел небольшой караван купцов, который приходил в город, торговал, заодно записывал все данные, где находятся источники воды, какие там укрепления, кто на этих укреплениях стоит и так далее. Они подходят к Северному Китаю, но тут Китай чувствовал себя достаточно спокойно, Великая Китайская стена. Вы знаете, это производит фантастическое впечатление, когда идешь сейчас по развалинам даже этой Великой Китайской стены, потому что это просто колоссальные горные массивы, неприступные стены. Но Чингис сделал проще, он не брал ее приступом, он обошел ее. Он напал на Северный Китай. Поначалу речь шла только о том, чтобы уничтожать города, грабить их и уничтожать, с тем, чтобы получать все новые и новые пастбища. Но у Чингиса была еще одна особенность. Он брал советников с тех территорий, которые он захватывал. И один из китайцев, которого он взял себе в советники, порекомендовал ему не уничтожать города, а оставлять их и получать с них ежегодную дань. Чингису эта идея понравилась, и он начинает воплощать ее в жизнь. Мало того, в Китае они столкнулись с городами. Для кочевых народов это серьезное препятствие. Для того, чтобы брать эти города, Чингис создает целые лаборатории творческие, которые, во-первых, заимствуют вражескую технику, во-вторых, ее изучают, и, во-вторых, создают лучшие образцы оружия. Для этого он вывозит местных специалистов. Он строит свой город Каракорум. Каракорум – город во внутренней Монголии, в котором было несколько чугунолитейных заводов. Это колоссальный совершенно город по тем временам. Много раз в истории возникали политические образования, которые исследователями обозначаются как кочевые империи или каганаты. Традиционно крупнейшим из них считается Еке-Монгол-Улус, то есть Великая Монгольская держава, созданная Чингисханом. Абсолютное большинство этих империй распадалось сразу после смерти их удачливого создателя. Держава Чингисхана испытала совсем другую судьбу. Дело в том, что если кочевые завоеватели оказывались способными включить в состав своей державы оседлые территории и перенять опыт управления, налогообложения и так далее, вот в таком случае получался синтетический, сложный государственный организм, сочетавший кочевые и оседлые элементы. Монгольская империя Чингисхана, впитав в себя опыт, тысячелетний опыт и китайской цивилизации, и мусульманского мира, смогла прожить несколько столетий, ну, разделившись, правда, на отдельные государства, и в этом она не повторила судьбу большинства кочевых империй. Там были свои ремесленные мастерские, которые производили самое современное оружие. Это было защитное оружие, скажем, пластинчатый доспех монгольский, который не мог пробить ни один из видов оружия того времени. Потом в Западной Европе изобретут замечательную штуку, это так называемые болты, короткие стальные стрелы, которые были бронебойными. Они пробивали монгольский доспех. А так вообще монгольская гвардия, именно монгольская гвардия, это был небольшой отряд, но это были, во-первых, родственники самого Чингиса. Во-вторых, блестяще совершенно вооруженные. Они составляли такой основной ударный кулак его армии.
Тактика была приблизительно одинаковая всегда. Вперед пускались народы, только что захваченные, в качестве такого пушечного мяса. Они подъезжали к противнику, осыпали его градом стрел и потом имитировали бегство. Естественно, противник, воодушевленный отступлением врага, шел за ними в наступление и оказывался в мешке. Этот мешок составляла красмонгольская гвардия, которая вырезала всех. Заградотряды – это тоже, кстати сказать, изобретение Чингиса. Вот эти самые гвардейцы, они не давали отступать пленным, которые гнали впереди себя в качестве такой ударной силы. Первые. Осадные орудия, камнеметные орудия, тараны, причем монголы творчески их применяли. Ну, наверное, самое творческое применение – это осада Кафы, когда они дойдут уже до Крыма, и когда они не смогут взять этот город, а дело было летом, а монгольские отряды несли очень серьезные потери. При осаде это нормальное совершенно дело, в три раза больше наступающих гибнет, чем обороняющихся. Они, поскольку не могли закапывать трупы, они начали забрасывать этими баллистами трупы в город. В городе началась чумная эпидемия. Город вымер. Ну а те, кто остались, бежали и принесли чуму в Западную Европу. Это знаменитая «Черная смерть». Монголы туда не дошли, но они выкосили треть Европы. И затем, получив блестящую совершенно подготовку в осаде городов, получив технику, Чингис начинает колоссальный поход на запад. Надо сказать, что вообще эти походы – это очень крупные предприятия, которые требовали колоссальных затрат сил, колоссальных средств, блестящей организации. И все это Чингис создает. У него были четыре военачальника, один из которых Субэдэй, самый знаменитый военачальник. Он провел свыше 80 битв. Он не проиграл ни одной битвы за всю свою жизнь. Джебе, Джелме, Субэдэй и Бурундай. Вот четыре верных пса Чингиса, о которых пишет сокровенное сказание. Потрясающие люди. Причем один из них, Джебе, он сражался против Чингиса, ранил его стрелой. Чингис спросил после того пленных, кто его ранил. Джебе вышел и сказал, что это я ранил, но я хотел, конечно, убить тебя, но, к сожалению, промахнулся. И Чингис сказал, вот человек, который себя выдает с головой. Такого человека надо иметь в друзьях. И приближает его к себе. Ну, согласитесь, что это нетривиальное решение, да? Он врага превращает в своего союзника. Мало того, в одного из самых блестящих военачальников. И затем вся эта лавина движется на запад. Они сметают государства Средней Азии. Они сметают государства Закавказья. Ближний Восток. Они продвигаются на юг. И в конце концов подходят к Восточной Европе. Мы с вами уже упоминали о битве на Калке. Эта битва, судя по всему, была такой своеобразной разведкой боем. После этого сражения монголы исчезают с горизонта, и древнерусский летописец говорит, кто они и откуда пришли, мы не знаем. Правильного имени этому народу так и не нашли. Но они появятся в 1237 году. Сначала удар будет нанесен по Волжской Булгарии, а затем по северо-восточным княжествам. Думаю, что постановка вопроса о положительном или отрицательном воздействии нашествие, она не совсем корректна. Можно говорить о влиянии конкретных событий, скажем, похода Батыя. Оно, конечно, будет отрицательным. А можно говорить о последствиях завоевания в целом, в том числе отдаленных, опосредованных последствиях. Такие последствия будут, на мой взгляд, довольно значительными, но не прямыми. Ускоренная централизация, которая была предпринята на Руси в XIV-XV веках, во многом под воздействием ордынской власти, она привела к формированию своеобразных, вот, в сравнении с другими европейскими странами, черт российского государства, таких как самодержавная власть монарха и, несколько позднее, крепостнический строй. И первыми, конечно, терпят все жуткие последствия этого нашествия. Это Рязанское княжество, это Владимиро-Суздальское княжество. Надо сказать, что разорение страшное совершенно. 14 городов после этого нашествия не восстановились. Кто в это время первым погибает?
Погибают прежде всего дружинники и князья. Добивается вот та часть старшей дружины, которая была профессиональными военными. Кто приходит им на смену? Все те же самые холопы. Уже это создавало тот социальный слой, который будет потом подпитывать деспотическую монархию Северо-Востока. Гибнут и князья. Огромное количество князей. Даже вот если брать поименно, кого мы знаем, это огромное количество князей. Хотя должен вам сказать, что описание нашествия, оно довольно своеобразное. Если мы с вами почитаем его, там есть странные детали в описании, скажем, нападения на Рязань. А если мы еще внимательнее почитаем, мы увидим, что это описание похода Игоря на Константинополь. Летописец повторяет его, потому что это народы последнего времени, которые пришли на русскую землю. Ну а дальше события развиваются уже по известному вам сценарию. Да? После первого похода, когда были завоеваны северо-восточные княжества, монголы не дошли только до Новгорода, 100 верст, повернули. Наносится второй удар, это уже по южным княжествам. Киев берут в 40-м году. И после этого что происходит? А вот здесь вот наступает у нас странная такая забывчивость. Монголы продолжают движение на запад. Они доходят до Адриатического моря. Я еще раз повторяю, что за все это время они не потерпели ни одного поражения. Колоссальные битвы на Легнице, битва при Шайо. Монголы там одержали победу, хотя они шли несколькими ветвями, никогда не выступали вместе. Они проходят Польшу, Венгрию, доходят до Адриатики. В Италии и в Англии готовятся к отражению высадки монгольского десанта. На полном серьезе. Европа в панике. И вдруг, в 1942 году, монголы поворачиваются и исчезают в степях Азии. Что произошло? Мы никогда этого не поймем, если мы будем сидеть в рамках нашей территории, нашего государства, и пытаться понять это только исходя из того, что происходило внутри, скажем, Восточной Европы. Происходит довольно любопытная вещь. Во время венгерского похода предводитель вот этого похода, там принимает участие 13 чингизидов, внук Чингиса, Баты, жалуется великому Каану, который сменил Чингиса, хану Угэдэю, на сына Угэдэя, хана Гуюка. Он обвиняет еще Гуюка и в том, что тот проявил излишнюю жестокость при завоевании русских земель. Реакция Угэдэя была просто потрясающей. Он сначала хотел казнить своего сына, он вызывает его к себе, но потом решает, что это дело полевое, поэтому ограничивается какими-то наказаниями. Хотя он обещает сыну, что там отправит его в передовом полку, чтобы он стесал себе пальцы до самых, ладоней, потому что надо наказывать таких людей. Он нарушает обороноспособность, если хотите, ударную силу этой армии. Одновременно он отдает приказ Батыю вернуться во внутреннюю Монголию. Не планировался так далеко поход. Но не успел дойти этот приказ до Батыя, как Батый получает очень тяжелое сообщение. Хан Угэдэй был отравлен. Он был отравлен теткой Гуюка. То есть это сестра матери Гуюка. И теперь все чингизиды должны отправиться во внутреннюю Монголию, чтобы там на Курултае избрать нового великого Каана. Единственным законным представителем на эту должность, претендентом точнее сказать, это был сам Баты. Он был старшим в роду. Но Баты прекрасно понимает интригу, которая в это время раскручивается во внутренней Монголии. Ханша Туракина, а ханша возглавляет государство после смерти своего супруга. Ханша Туракина обеспечивает победу на выборах для своего сына Гуюка, у которого с Батыем жуткие совершенно отношения. Поэтому Баты, ссылаясь на то, что у него разыгрался радикулит, не едет во внутреннюю Монголию. Он полгода от Адриатики едет до Нижней Волги, где останавливается. И там начинает формировать свое государственное образование. Это самый западный улус Великой Монгольской империи, улус Джучи, во главе которого и стоит Батый. Он не едет во внутреннюю Монголию и правильно делает. На Курултае побеждает хан Гуюк. И это приводит
к тяжелейшим последствиям для русских земель. Ну а как это все происходило, мы с вами выясним на следующей нашей беседе. Спасибо. Какие вопросы?